Анонс. И точно дата выхода 16 серии турецкого сериала «Одинокий волк». 16 серия сериала будет в эфир 13 мая. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как викингу удалось спасти сына Шанвера. И тем самым он разрушил все планы. Но затем Низам схватил его и передал в руки ИГИЛ. Организация прекрасно понимает, что для них это большой шанс. Они смогут казнить перед камерами одного из очень важных турецких разведчиков и тем самым продемонстрируют свои намерения. Саре была ранена во время сложной операции, но несмотря на это, она отказывается возвращаться без викинга. Бивар начинает строить планы для того, чтобы разжечь внутренние беспорядки с еще большей силой. В этот момент на севере Ирака операция проходит неофициальным путем. Поэтому у Ахмета нет возможности вмешаться в происходящие события. Он начинает задумываться над тем, как поступить в данной ситуации. Алтай готов был пересечь границу, несмотря на всю опасность. Алтай и Саре оказались под обстрелом. Саре стала интересоваться у Алтая. Он совсем не устает от своей скрытности. Алтай считает, что иногда человек должен уметь молчать. Она согласна с этим, но Алтай все время молчит. Ахмед выступил перед общественностью и сообщил о том, что те, кто на улицах разжигают междоусобицы среди братьев, обязательно найдут железный кулак государства напротив себя. Напомним, 16 серия сериала выйдет в эфир 13 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал. Жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.